22 жителя республики получили подарки от Почты России. Сегодня в дагестанском филиале подвели итоги акции «Коммунальные платежи по почте». Претендентом на участие мог стать каждый клиент, оплативший любые коммунальные услуги. На почту прислали около 5000 заявок. В результате розыгрыша 22 жителя Дагестана стали обладателями бытовой техники. Кроме того, победители получили карты лояльности, позволяющие в дальнейшем обслуживаться во всех отделениях почтовой связи без очереди и накапливать баллы. Цель, конечно, повышение имиджа предприятия. Вот основная цель. И привлечение граждан Почты России, чтобы они оплачивали коммунальные услуги через Почту России.